Ребят, чтобы вы понимали, сегодня я решил показать вам реально секретный заработок на нашей Black Russia, благодаря которому примерно минут за 30 вы сможете поднять десятки миллионов рублей. Но перед этим я хочу напомнить вам о том, что в прошлом ролике мы разыгрывали 3000 рублей, которые получает вот этот подписчик. А если ты также хочешь получить бабки на халяву, то тебе всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, написать огромное количество комментариев. Итоги будут следующие. Видео. И также не забывайте о том, что сегодня я, как всегда, нахожусь на нашей Black Russia, а именно на сервере Crimson, так что обязательно заходите и играйте вместе со мной. Но если после захода ты хочешь стать реальным миллионером, то обязательно вводи мой личный промокод хэштег Бестик и получай огромное количество денег на халяву. Короче, ребят, как вы знаете, на нашей Black Russia имеется огромное количество работ, но проблема в том, что на них платят реально какие-то копейки. И сегодня я решил это исправить. Я покажу вам реально секретный способ заработка, по которому даже обычный новичок сможет стать реальным миллионером за час. Но проблема в том, что для этого способа заработка вам потребуется начальный капитал. И сейчас я вам покажу, каким образом его можно быстро заработать. А именно, мы вводим команду /GPS. После этого заходим в день рождения. И нам нужно будет отправиться на наши мини-игры. У нас тут имеется огромное количество мини-игр, но давайте мы выберем большой и малый. Вообще, в этой мини-игре, ну, очень просто выиграть. Вам нужно будет покататься примерно 5 минут, после этого вы выигрываете и получаете целых 8000 рублей. Так вы можете наработать себе огромное количество денег, но это не для меня. После этого я решил отправиться в банк, для того, чтобы положить туда все свои деньги. Ну, точнее, не все, я оставил себе 20 тысяч рублей. Сейчас я сажусь в машину и направляюсь на наши контейнеры. Да, конечно, мне предстоит подождать целых 30 минут для их открытия. Но, в принципе, это не проблема. Вы, скорее всего, ничего не поняли, но сейчас я вам все объясню. Многие игроки Black Russia говорят не о том, что на контах можно заработать огромное количество денег всего за 10 минут. Да, конечно, я в это не верю. Но, как вы видите, я взял с собой 20 миллионов рублей, и сейчас мы попробуем с них окупиться. Торги уже начались, вообще у меня имеется тактика, по которой мы будем работать, а именно нам нужно открывать самые выгодные контейнеры, такие как транспорт за 2 миллиона рублей, а также одежда за 900 тысяч. Я открыл первый контейнер, с которого мне выпало Камри за 2 миллиона 160 тысяч, со второго контейнера мне выпадает Лансер, с которого я ухожу в минус, с третьего контейнера также выпадает этот лансер, и я продаю его за 1 800 000. С четвертого контейнера мне удалось укупиться, потому что мне выпал скин за 2 300 000. С пятого, шестого, седьмого, восьмого контейнера мне выпадал всякий шлак. Ну а после этого все контейнеры закончились. Остался только Дубай, и я решил то, что я буду ставить на него. И я не прогадал. С первого контейнера мне выпадает Уракан, который я продаю за 15 миллионов, со второго Кадила, который я продаю за 10 350 000, с третьего контейнера мне выпадает вот такой мотик, и я продаю его за 9 лямов, с четвертого Урус, который я продаю за 14 миллионов рублей, с пятого мотик за 7 200 000, с шестого Мерседес Е63, который я продал за 10 350 000, с седьмого Мерседес GLS за 8 миллионов рублей, с восьмого мне выпадает Mercedes AMG GT за 12 миллионов 150 тысяч. Как вы понимаете, я ушел в огромный окуп. А именно, я поднял почти 10 миллионов рублей за 10 минут. Это реально какой-то рекорд. Вообще, я вам советую пооткрывать наши конты. Ну а на этом у нас все. Всем пока!